У нас есть лагерь. На территории расположения подразделений войсковой части 60-606. 27-я ракетная бригада. Здесь размещалась. Это тыльная сторона расположения. Вот ворота. Если мы развернемся, потихонечку разворачиваемся. Вон видны боксы большие. Мы туда подойдем, там, где стояли ракетные установки. Вот здесь прямо здание ПАРМа. Извините. Ну, правильно, ПАРМ. Пункт технического ремонта и обслуживания. ПТОР, извините. ПТОР. Ну, здесь другие боксы. Вон там просматривается белого кирпича здание. 30 августа 2023 года. Конечно, я предполагаю, что здесь не было этих заростей, не было этих деревьев молодых и не очень. Напротив ворот, вот ворота, выехали и туда, вперед. Да, вот здесь еще текст, граница поста. Вот здесь вот написано, хорошо видно. Дату я сказал, вот граница поста. Это здесь был часовой, конечно, охранялась территория. Ну, эти самодельные, эти новые надписи нас не интересуют. Ворота. Сейчас мы сориентируемся. Увидим то, что рассказываю, это все сказки. А мы увидим сейчас эти боксы. Ворота. Это еще с тех старых времен. Вот какая тут закрывашка-открывашка. Как ты посмотри. Колючки. Вот как тут закрыто. Крюк. Какой-то приварен. Затеркалось. Что это? Вот наглухо все закрыто. Ну, там дорога пошла. Да, туда можно было выйти на дорогу. Налево, например, на Нидердердорф туда. А направо Калтеслагерь. Вон, я вижу, там дембель 90 написано. Вот на той стене какая-то тут пристроечка была. Туда не будем залазить. Посмотрим. Ну вот дембель 90. Но хочется залезть, посмотреть. Ну, лишь, вдруг там что-нибудь. Да, считаю, что мы зашли через эти ворота. И пойдем сейчас туда, на территорию. Сначала глянем тут, что делается. Тут дорога была. Сейчас, конечно, никакой дороги нет. Даже нет признаков. Тыльная сторона пристроечки. Вот у забора она приделана. Вон, на углу находится мачта громотвода. Да, ну слева будет объект, к которому мы идем. Вот тут, например, мы заезжаем сюда, на территорию. Ворота. Тут такие вот надолбы. Или что это такое? Какой-то тут ограничитель такой. Ворота с внешней стороны. Переползем сейчас туда, на территорию, вот здесь дембель 90 написан. Сохранилась надпись. Переползаем через это препятствие. Ну, уже переползли. И потихонечку пойдем к этому объекту, к большим боксам.
Да, ты сказал, времени 5 часов. Вот 5 часов. 17 часов. Шиповник произрастает. Вот здесь как бы пристроечка, какое-то было помещение, что ли. Вон ворота, которые мы перешагнули. Вот тут такое помещение. Может быть, КТП. Ох, увидел текст. Чего же? Новки. Ника. Завтра. Завтра приказ. 89-й осень. Ника. Николаевна. Ника. Завтра приказ. Тут тексты еще есть, но мы не читаем. Тут выросло дерево. Здесь же лежит. Тут что-то вот под землей есть. Вон смотри, видно, что там пустота. Коробка из-под патронов. Цинк. Это мы только возле ворот тут крутимся. Может быть, КТП здесь было. Ворот. Контрольно-пропускной пункт. Технический. Контрольно-технический пункт. Ну, забор покидаем. Оставляем за спиной. И потихонечку пошли. Вот уже мелькает объект, который большой бокс. Вот здесь цистерна закопана. Вот горловина. Видно. Вот видна цистерна. Автомобильная цистерна. Может быть, это был бензовоз. Водовоз. Но мало ли, чего возили. Там закопали. Какой шиповник. Закопали его сюда, что-то использовался как-то. Может быть, отработка была, может быть. Что только можно догадываться. Может быть, вода. Вот горловина этой цистерны. Цистерна большая, судя по горловине. Видно тело ее, цистерны. Может, ГСМ тут было. С большим трудом комментируют участники группы и подписчики канала. Не поясняют. Шиповник также. И вот уже мы вышли на площадку асфальтированную, бетонированная площадка. И эти боксы с правой стороны. Вот за велосипедом сразу. Вон там мелькает, он цветное. Там здание пункта технического обслуживания. Еще цветет шиповник. Вот можно представить, сколько здесь будет, какие заросли будут шиповник. Вот они начинают вот произрастать. Целая плантация. Зарастает все. Тут потом не пройдешь. Но пока мы можем тут пройти. И ходим. Вот это в центре строительный мусор, поросший деревьями молодыми. Это площадка. Тут было много этого строительного мусора. Одно время что-то там ломали, сюда складировали. Кое-что увезли, а кое-что осталось.
Вот еще одна такая же куча, поросшая молодыми деревцами. И вот этот объект, который бокс большой, где стояли эти автомобили. Боевые, боевые машины. Вот так прямо на выход. Там уже дорога будет. Прямо еще боксы. И там за боксом сразу будет плавательный бассейн. Опять же для ориентира. Это строительный мусор. Дерево. Отдельно. Куда притащили уже его. Вот такая площадка. Вон там в этих зарослях, там как раз есть этот пункт технического обслуживания. Вот здесь куча строительного мусора. Половник на бетоне растет. Где-то нашел щель. Крупный какой. Тут же цветет еще. Вот цветущий. Тут же плоды. Было пасмурно относительно. Прохладно относительно. Сейчас градусов 18, наверное. Как не посмотреть, вон какое. Какое красное пятно. Шиповник. Ожидается к вечеру дождь. Завтра будут дожди. Уже очень близко. 30 августа. Ну, зайдем, конечно, зайдем. Хоть мы там бывали не один раз с вами. Зайдем. В наших первых посещениях тут было очень чисто. Никаких не было текстов на стенах, на скальной живописи не было. Вот мы зашли, тут разметка. Синяя. Здесь были по над колоннами вдоль стен жилище летучих мышей. Сейчас нет. Переселились мышки. Вот здесь как раз и стояла техника 27-й ракетной бригады. Да, войсковая часть 60-606. Ворота, конечно, были. Створки ворот сняты. Сняты. Вон видны навесы. Вот, например. Отсвечивает. Не вижу. Ну, чего тут посмотреть? А тоже все сверкает. Вот это не знаю, что такое. Может быть, фиксировались двери. Приспособление. Вот на бетоне мох вырастает. На бетонном покрытии.
И здесь перегородка или перемычка. И следующий бокс. Также ворот здесь нет. Выросли деревья напротив входов. Вот как они растут. Ну, тут все изрисовано. Стены большие, ровные. Кто-то успевает. А вот, что мы видим, эти жилища для мышей летучих. Вот прямо, например, под потолком. Вон они. На колоннах. Скворечником не назовешь его? Ну, например, вот. О, даже COVID-19 написано. Вот COVID. Долго будет еще отрыгаться это. Зараза. Вот. Один из. Одно жилище. Тут же вентиляция он сверху видно. Вот они все приделаны здесь. Ну, мышек мы не видим сейчас. Где-то они тут отсиживаются. Значит, может быть, что они в домике. В домиках. Территория Нойшнагер входит в состав заповедника. Это на тот случай меня спросят, почему не используется. Почему в таком запущении? Заповеднику не нужны подобные объекты. Ну, участь мы знаем, какая ждет. Но пока возможность есть, мы успеваем посмотреть. Ух ты, велосипедная педаль. Сдалека думал, что такое. Что? Строительный мусор. Посмотрели, вон бокс еще через дорогу. За этими боксами там плавательный бассейн. А за этими боксами, за большими, там уже территория другой части. Там автопарк. 84-565. Могу ошибиться. Выскочила из головы. Вон там ворота, что мы начинали видео, вон там. Вот здесь, в этих кустах, в деревьях, как раз здание, которое пункт технического обслуживания. Вот здесь, вон мелькает. Туда уже не пойдем, будет отдельное видео, но уже не сегодня. Мы были в нем, ходили, вспоминали, смотрели. Никак не выйду, чтобы посмотреть на него, чтобы увидеть. Вот это здание мелькает. А
Я краем глаза заметил, тут черемуха произрастает. Вот она какая. Да, вот черемуха. Ну и слагерь. На бетоне тоже растет. Нет, чуть дальше. На бетоне, бетон еще. Не будем пробовать. Большое дерево. Усыпано плодами шипов. Черемухи. Ну вот видно как сколько. Крупное. Ну как удержаться? Попробуй. Очень вкусно. Насыпается. Хоть не отходи от него. Ух ты, даже гриб. Вот он, грибок. Гриб, по-моему, это даже рыжик. А? Нет, извините. Ошибся. Сыроежки какие-то. Гриб. На бетоне. Тут покрыт бетон растительностью. Произрастает всякого рода. Зелень. В том числе и грибы. Зелень какая, я бы сказал. Это костяник. Вот это здание. Или подавались аккумуляторы. Аккумуляторная здесь дальше, там за. А тут его ставили аккумулятор. Толкали, он туда заезжал, все радовались, брали. Или оттуда его брали, уже заряженный. Опять же, предположением никто не комментировал. Не хотели же мы идти, а пришли. Вот это аккумуляторная. Это окно, которое мы видели. Это здесь. Оно. Ворота. Створки ворот. Вот как хорошо видно. Это здание. И вот еще боксы. А мы туда к воротам идем, где начинали видео. Шиповник на углу. Мелкий. Нечто заборчика. Тут, наверное, место отдыха было. Курилка. Вот видно заборчик. Магония. Это магония. Обошли мы это здание, которое пункт технического обслуживания. К велосипеду и уезжаем. 30 августа 2023 года. Нойс лагерь.
расположение ракетной бригады под седьмой. А там ворота. Мы начинали видео. Там солнышко ушло. Дело к дождю. Но мы уже уезжаем. Там забор. Там же граница, граница поста. Ворота. До свидания. До новых встреч.